43-летний курганец задержан правоохранительными органами Таиланда. В Зауралье ему заочно предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. В ноябре 2015 года курганский суд вынес приговор его сообщникам, которые за денежное вознаграждение в течение 1,5 лет организовывали незаконный въезд на территорию России жителей Китая. Действуя в Кургане и Владивостоке, злоумышленники организовали незаконный въезд в страну около 500 иностранцев. Получая от них копии паспортов и деньги, они направляли взамен приглашения, заполняли от имени возглавляемых ими юридических лиц документы в УФМС Зауралья, оплачивали госпошлину. В качестве цели пребывания граждан КНР указывалось участие менеджеров китайских компаний в семинарах по привлечению инвестиций в экономику Курганской области. Иностранцы получали обыкновенные деловые визы на срок до 12 месяцев. Практически все они не выезжали за пределы Приморского края, в Кургане никогда не были и даже не знали о существовании нашего города. 2 года назад деятельность двоих сообщников пресекли сотрудники УФСБ России по Курганской области. Третьего полиция Таиланда арестовала 11 декабря 2015 года в провинции Пхукет. В ближайшее время он будет депортирован в Россию.